Riders. И кем там еще, напомни? И... Sinners, Monster Riders, Heroic. Ой, ну, по-моему, тут явный фаворит есть. Ну, посмотрим. Так-так, начало у нас, да? Все в дыму, снова никто не торопится лезть в этот дым. И при этом, смотри, какой-то интересный дым в лобби, да? И не зайти. Хитрецы, но я вижу довольно активные испанцы, ребята особо не запариваются, уже такой ударный кулак у них в секрете есть, мопас, ну подловит, подловит, нет, пропустил, пропустил под собой Оскара. При этом мопас все-таки проходит, и нет, контакта пока все еще нет, ой, сейчас такая грязь, может быть он выйти может в плент, а там вообще никто не смотрит на будку, кажется, но при этом закрывает время на улице, есть размен от мопаса, и пока 4-4. Как-то так все повернулось, что команда Sinners, поджав точку А, сыграла даже в минус себе, потому что плент они в итоге отдали, хотя вот ее фраг забрал Дэвига, и все. И остаются 3 в 4. А две флешки только в атаке, а у защиты что? У них побольше, но не читается. А он его пока пропускает. Бедный, бедный Зетка оказался расстрелян просто в затылок. Какой-то плохой ретекс с ним получается. У Синерс флешки летят, но как-то без ответки. И шок тоже никого не находит. Оскар последний. Бедняга. Ну, двоих вряд мог бы закрыть. Только лишь одного. И все-таки раунд уходит в Movistar Riders. Ну, вообще, кстати, в этой троице я как-то на Movistar Riders меньше всего смотрю. Ну, когда у тебя в тройке спорящих команд Heroic, я думаю, тут очевиден выбор. Но на самом деле, из хороших новостей, это у нас второе, третье и четвертое место оспаривается. То есть, кто-то попадет сразу в плей-офф, кто-то никуда не выйдет. И вот тут шансы на самом-то деле довольно высокие. Вообще и у Sinners, и у Movistar хотя бы на третье место. Так-так-так, у нас одно АВП за защиту. А, атака пока... А, в этом и не требуется. В принципе, что беги, стреляй с калаша. Более комфортная может быть ситуация. Еще в дым прострелить. Увидел! Ох, как тяжело. Он все-таки Сентал все-таки справляется. Зетка снова отъехал. Пока что без фрагов работает. Мопа тут что-то с ножом мутится. Подловил, подловил все-таки ноуфрага, вот это тайминг. И очень много дыма на улице, спокойно проходит метро, а там можно и на Б, а там и пачка уже ждет. Оскар, ну, возможно, последнего не пропустит. Деза там еще можно убить, шок на приеме нижнего плента. Было близко, но все-таки бомба установлена, и еще и моликом отгоняет. Ну, слушай, тяжело, тут как бы 3 в 5, ретек, да, есть один красный в атаке, но денег-то будет мало, наверное, есть смысл сейвить. Вообще, мне нравится эта агрессия от команды Movistar Riders, как-то и вентиляна на же парни пробегают, и улицу в секрет проходит довольно бодренько. Такое впечатление, Sinners готовы к более такой размеренной, медленной игре, но испанцы пока давят темпом. Так, а деньги на что потом хватит у них? Вот сейчас раунд они проигрывают. Зетку 2400, полторы убистика, какие-то деньги у Неофрага 1900. Но, не забываем тот факт, что можно гранаты дропать. Как бы это обновление еще не у всех в головах засело. Так, он зачем своего завязал? Непонятно, какой-то FPL стайл у нас был. Ну, в любом случае, у атаки-то денег много, они за этот счет могут не переживать. А, минус один, красуется счет такой у Дэвига. Ну, хуже уже не будет. Минус два. И тут бац-бац-бац, минус 1-1 у парня. И на самом-то деле он может с такой статистикой отобраться на мажор. Вот это будет хайп. Да, неплохо, неплохо. Ну, а пока у нас забег очередной по улице, снова дым. Как ты верно подметил, очень хорошая, интересная агрессия от мувистаров. Но в этот раз тут есть щель, а может быть она специальная? Сейчас посмотрим, кто кого перестреляет. Нет, просто закрывается еще одним смоком. Зетка проспрейвает, но там буквально одна пуля попала по Алексу. Ну, там еще была вторая, но в итоге тут один единственный мопус на ножку заметил шок. Сразу же пробил. Неудачная флешка под ноги тиммейтам, но пока тут больше никого. Но Sinners-то ждут. По крайней мере, один игрок на лесенке. Это Оскар на приемке. Ой, флешку получил, и двоих слишком близко к себе подпустил. Movistar вновь душат шок. Вот он бежит на прием, но при этом не успевает. Слишком высокий темп этой атаки. А все три раунда под Б, по-моему, да? А первый был на А, они же там вышли. А, точно. 3 в 4 растащили, на улице неплохо подловили одного Зетка. Еще и Зетка. Тяжеловато, Sinners. Очень быстрый раунд от Movistar. Единственное, что в первом, наверное, да, ты прав, на А был выход, там немножко подождали. Но здесь второй раунд подряд просто на Г, на Б, и вот они уже
с бомбой, которая тикает, и мало того, что надо перестрелить, так еще и бомбу потом раздефьюзить надо, а тут минус бистик, 14 хп у него фраг, это кажется 3-0, да. Вот это да, вот эта раздача произошла, причем в атаке на карте Нюк против АВП Оскара сыграли очень бодренько. Густа Райдерс, и теперь один раунд защите им нужен, всего один. Ну а... Честно говоря, я в шоке немножко от Мувистаров, как я сказал, не ждал от них Нюка. Как-то для меня это команды, которые хорошо отыгрывают Оверпас и Инферно, может быть. На остальных картах тяп-ляп, может быть Мираж еще. Но Нюк никогда не считал, что у них хорошая. Тут бац и три выдали подряд. Ну, на этом турнире мы еще не видели. Нет, мы видели карту Нюк, Мувистар обыграли комплектити 16-14. Вот такая вот у нас есть статистика. Тем временем Алекс закрывает Бистика, в лобби закрывает Шока. Кажется, Синерс будут отдыхать и думать, как играть Хероик попозже. Ну а тут, может быть, еще не все потеряно. 3 в 3. Ну, все-таки огрызнулись. Все-таки огрызнулись Синерс, но раунд, тем не менее, под контролем. Увистар, Мопас, он не слышал Зетка, по-моему. Но сейчас встретится и перестреливает. Отличный прием, еще и Оскар погибает, но фраг последний, летит с трефайером, но из-под девятки ДС заканчивает этот матч, эту серию допов, называйте как угодно, 4-0, 4-0, Мувистар обыграли Синерс. Как там обычно говорят, мы ждали дольше, чем смотрели матч? Да, как-то так, ожидание, конечно, было томительным, но матч был стремительным. Мувистар красавчики в атаке разобрались, ну и в защите, хоть и оставались до последнего. Ситуация 3 в 3. Смогли справиться 4-0. Неожиданный довольно результат, прямо скажем. Тем временем параллельно там уже 13-2 Vitality Dignitas, Mad Lions 11-4 и Sprout Ants 9-6. Не пахнет, да, там вообще тайбрейками? Вообще не пахнет. Может быть, конечно, OG вернутся там с этих 4 раундов или сколько у них. Ну, по-моему, слишком.